В этом ролике я прокачаю аккаунт подписчика на моем сервере Grand RP, IP которого будет в описании под этим роликом. Также не забывайте вводить мой ник при регистрации Elmike Guantanamera, а также мой промокод хэштег Elmike. Я сделал пост ВКонтакте, в котором написал то, что я прокачаю аккаунт подписчика. Так что пишите в комментариях свои предложения, как именно прокачивать аккаунты и на какие суммы. И мне написал подписчик, дам ак, 4 левел, вроде 100к на руках, согласен, стой. Заходи на аккаунт, я скину код, видимо, другой. Ак выбрал, алло, ну, ты тут. Да нет, я выбрал твой аккаунт, и сейчас буду заходить на него и прокачивать. Я зашел на данный аккаунт, давайте посмотрим сначала статистику, что у нас по статистике персонажа. 4-й игровой уровень, номер телефона какой-то такой себе, предупреждений нету, безработный, государственная работа рыболов, транспорт сабра, есть один какой-то автомобиль, дома нету у нас, семья какая-то здесь, ну и все, друзья. В общем, я так понимаю, здесь только какой-то автомобиль у него есть, и все. Вот, давайте посмотрим, что у него в инвентаре. Так, здесь есть, кстати, 1897 фишек, аптечки какие-то, какой-то скин бомжа, еще какие-то акции есть. Вот, скиллов здесь вообще нету. Так, хорошо. И, кстати, 150 тысяч на руках у него еще есть. Ну, давайте, друзья, я сейчас сюда закину 5 миллионов и прокачаем данный аккаунт. 5 миллионов я сюда закинул, друзья, арендуем данный скутер. Ну, давайте, наверное, прямо сразу поедем покупать какой-то новый дом, друзья. Давайте посмотрим на Вайнвуде. Может быть, мы сможем что-то купить. Не особо какой-то дорогой, миллиона за 2, за 3. Сейчас посмотрим вообще по ГОСу, есть ли дома какие-то на Вайнвуде. Потому что постоянно их там по ГОСу навряд ли найдем. Ого, ого, друзья. Здесь даже какие-то это объекты стоят. И он практически 7 миллионов стоит. Он нам не подходит. Ищем что-нибудь другое. Но 7 миллионов это очень дорого. Такой маленький домик. Интерьер этот, объекты прикольно стоят. Вот здесь где-то есть еще свободные дома по ГОСу висят, друзья. Но сейчас даже очень много домов, все заняты, друзья. Только вот здесь вот в гетто есть более-менее какие-то по ГОСу. Вот, на Вайнвуде или где-то в центре ЛС вообще невозможно по ГОСу найти сейчас. И объявления сейчас особо никто не кидает, друзья. Тот класс дома эконом, а этот класс дома средний. Уже получше за 900 тысяч. И сейчас еще один я на карте вижу. Сейчас подъеду, посмотрю его. Этот дом тоже продается 840 тысяч. И класс дома эконом. Ну, давайте лучше купим средний класс за 900 тысяч. Покупаем. Так, далее купим. Все, дом мы купили, друзья. Давайте посмотрим интерьер в этом доме. Так, ну такой себе. Мы сейчас сразу же этот дом улучшим, друзья. До максимально возможного. Смотрите, какой милый котик. Сделать ремонт интерьера. Давайте купим самый дорогой интерьер. Он стоит, по-моему, 475 тысяч. Да, вот это 4 класс. Самый дорогой интерьер мы не можем купить, потому что данный интерьер невозможно оборудовать в доме этого класса. Наверное, лучше такой за 200 тысяч получше будет. Так, все, мы его купили. Ну да, такой симпатичный интерьер. Теперь давайте полностью улучшим наш дом. Заходим в улучшение, купить подвал, покупаем. Далее у нас что там? Купить сейф. Далее 30 тысяч купить сигнализацию. Покупаем гараж для наших авто. Далее нам нужно зайти еще раз в статистику персонажа и улучшение персонажа. Вот, здесь вообще ничего не куплено. Давайте все это купим. Мастер вождения покупаем. Короткий номер покупаем, тоже пусть будет. И, по-моему, там уже левела не будет хватать. Но сейчас проверим. Быстрое восстановление. Все, да, улучшение доступно с 5 уровня, а мы 4 левел. Сейчас посмотрим, какие автомобили продаются в автосалоне. Надеюсь, нам что-нибудь подвернется купить. О, друзья, Super GT 850 тысяч. Я думаю, можно сразу прям ее и взять. Так, ну эти совсем прям дорогие. По 12 миллионов, по 30 миллионов. Это прям вообще жесть, жесть, жесть. Давайте, наверное, купим просто сейчас пока Super GT за 850 тысяч, да? У вас нет свободных слотов для покупки машины. Ага, то есть нам сейчас нужно продать все-таки нашу Сабру. И второй автомобиль мы не можем приобрести, потому что не можем купить улучшение персонажа. Вот автолюбитель. Оно дает как раз-таки, чтобы можно было бы иметь два автомобиля. Sell car, Сабру, продать транспорт государству. Да, продаем за 9250 долларов. Продать. Купить. Все, мы его забрали. Теперь еду в банк, чтобы оплатить данный дом, чтобы он у него не слетел, как у меня когда-то. Пополнить счет за дом. Да, как раз-таки, друзья, ваш дом оплачен на один день. Вот то же самое и у меня было. И потом он просто опечатали и продали государству его. Так, оплачиваем на 29 дней. Хорошо. Так, теперь давайте оплатим все штрафы. 17 978.
Ого. Так, все, штрафов у нас нету, дом оплачен. Ну и теперь поеду я куплю ему новую одежду, то есть скин. И потом поедем на рынок покупать какие-нибудь аксы. Заходим в магазин одежды, покупка одежды. И выбираем скин. Тут давайте, наверное, самый дорогой какой-нибудь купим. Тут за миллион, вот 1,5 миллиона скин в УЗИ. Да, это, по-моему, самый дорогой. А нет, вот есть за 2 миллиона. Ну, он такой себе, друзья. Никогда особо не любил, если честно, такой скин. 1,5 миллиона, друзья, покупаем. Купить. Отлично, друзья. У нас остается 1 400 000. Подъехали на рынок. И давайте посмотрим, что тут игроки, в принципе, продают. Так, скин за 30 тысяч бомжовский. А зачем он нужен-то? Ого. Так, друзья, скоро уже 2021 год. И давайте купим ему вот эту шапочку за 20 тысяч. Шапка Санты. Покупаем, чтобы, так сказать, к зиме был готов. Так, очки тут какие-то. Ну, тут на скине в УЗИ, в принципе, есть очки. Ну, не знаю, что еще можно, в принципе, взять здесь. Давайте возьмем котиков за 10 100 штук. Покупаем, хорошо. Он добавил здесь знак продается за 1 доллар 3 штуки. Давайте купим, почему и нет, очень дешево почему-то он продает. Ну, друзья, я предлагаю, чтобы он сам уже распорядился, что ему нужно. Возможно, пусть сам что-то себе купит. Я ставлю ему 1 377 000. Что ему нужно, пусть сам и купит. В общем, вот такая вот прокачка получилась, друзья. Мы имеем дом среднего класса, супер GT, очень хорошая тачка. 4-й левел, купили скин самый дорогой. Ну как самый дорогой, в УЗИ. Ну и 1 377 000 я ему оставлю. Возможно, купит какие-нибудь аксессуары или еще что-нибудь. Вот такая вот прокачка получилась. Пишите обязательно в комментариях, какие именно прокачки может быть еще делать. Что-то может быть не то я в этой прокачке сделал. Возможно, еще нужно было что-то купить сюда. Или что-то добавить, или больше денег, или меньше денег. Обязательно пишите в комментариях, друзья. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, друзья, и всем пока.